Ху! Привет всем, друзья! Нормально меня слышно, надеюсь? Микрофон работает? Почему опять Дэнди? Вчера 5 часов с чем-то был StarCraft. Кучу нервов я себе угробил, вот. За вчерашний вечер. Значит, тебе не везет, я не знаю. Ну реально, вчера 5 часов с половиной был StarCraft. Даже больше. Я точно не помню. Я только под конец, за 25 минут, прошел контру и все. Потому что меня уже так задолбал StarCraft. Я и ладдер играл, и... пытался одно достижение в компании сделать в ход, но у меня ни хрена не получилось. Да блин, ну танчик. Привет, Александр. Вот такие вот дела. А сегодня я хотел вообще начать чуть ли в обед, но я проснулся очень поздно. И в итоге до вечера так и не смог начать. Ничего не стреляют у меня, офигели. Блин, засмотрелся в чатик, нет! Вот это фейл, в первом же уровне, ну... Обматерить всех, кого именно и по какому поводу. По какой причине? Кто тебя разозлил? Блин, вот это я дал жару, конечно. А, по поводу Дэнди на стриме? Хорошо, за что ты так Дэнди не любишь? Чекай нафиг оттуда! Вот это они быстрые! Есть. Да, тут, кстати, чем... Привет, Торпорт. Тут, чем лучше ты проходишь уровень за уровнем... А тут мечек никаких нет. Чем лучше проходишь, не теряешь жизни, тем больше всяких танчиков там. Ну, не то чтобы сильно больше. Вот этого самолета, по-моему, не должно было быть. То есть, так, слегка усложняется жизнь, скажем так, вот этому джипу нашему. Это я стопудово помню. Потому как было время, когда я до 6 уровня доходил практически без потерь. Я помню, как все было сложнее намного. Ну, не намного, но так. Немного сложнее, скажем так. Чем если ты там по две жизни тратишь на уровень.
Оно так и получается. В каждом уровне можно получить где-то примерно 2 жизни. Вот. Если будешь тратить по 2 жизни, то у тебя их там 3-4 такие останется, как изначально. Хочешь сказать, что ты не в состоянии стримить, Торпор? Да ё-моё. Блин, не, они стреляют постоянно. Задолбали. Перекурите, ребята. А вот такого ты не хочешь? Вот так, пули имба. Ё-ноид. А что это такое? Блин. Вот так, такое впечатление, что что-то знакомое. Ё-ной. А, ты вообще не в состоянии. Вообще никакого состояния. Попал в золото, говорит Грейк. Ну ты же вроде как был когда-то в алмазе, по-моему. Или где-то там говорил. Как он выскочил? Он чуть не убил меня, зараза. Да, я как вспомню, когда моя сестра праздновала день рождения. Вот только не девок сколько классных приходило. Ну это когда она школу заканчивала. Ого, сколько вас тут. Вы вообще офигели. Опять они свой стимпак включают. Жизнь. Стимпак и апгрейды 2-2. Вау. Ах, не успел второго убить. Это как всегда. Второго как-то вот... Пока не хватает скилла. А тут обои... Чекай! О! Нормально. Ай! Вот это, конечно, был фейл из фейла. Не увернуться от самого наводящего. Да. Проходил ли я третьих черепашек? Нет. У меня в те года был Шреддер бессмертный на третьих черепашках. А...
А на эмуляторе пока руки не доходили их пройти. Чего, а где там? Там должно быть кораблик или лодка. Как это? Где оно? Где оно? Вот оно! Нормально. Не достал! А, я вспомнил. Что за игра? В названии стрима есть, то есть в заглавии стрима есть название игры. Да блин, зараза, хватит стрелять. Задолбал. Вот так вот надо. Вот так вот надо. Ладно, не буду я убивать тут подводную лодку. А, то есть корабль, вот подводная лодка. Ну. Где тут танк был? Нормально. Нормально. Отлично. Вот этого парня мы сколько не убьем. Этого парня тоже. А сколько же тут ходит? Все, больше домиков нету. Опа! Задавить. А второго чё осколок не задел? Это нечестно. Успел! А то он морпехов бы начал спамить. Так. Давай, высаживайся. Там сейчас будет босс. Не, стоп, тут не так. Сейчас мы этого морпеха убьем, потому что он может наделать дерьмо. Есть. Есть. Есть.
есть? Есть. Там, по-моему, вот эта дрянь, которая стреляет. Уходим, уходим. Отлично. Так, и здесь тоже эта дрянь. Уходим! Есть! Два танка. Воу, ноу! Блин, все-таки они меня угрохали. Жизнь взял, жизнь потерял. Никакого прогресса. Что за фигня? А, нет, все-таки еще жизнь дали. Бред, 5 жизней. Хорошо, был десяток. Какая же это гадость, самонаводящая ракета. Не достал! Не достал! Да что ж такое? Упс! Есть. Есть. Не достал. По идее, скоро нужна быть жизнь. Я вспомнил. Ох, дрянь неожиданная. Так, хорошо. Морпех. Нету жизни. Значит, на 200 тысяч не дают жизнь? Фигня какая-то. А, сейчас поезд будет. Имба поезд. О-о-о-о. Не успел. Вот это да. Чекай. Ага. Так, а теперь же вот эта вот фиговина, которая шмалит, да-да-да-да-да. Есть, я ее убил. Есть.
Чего без смертей? Были смерти уже. Три штуки где-то было. По-любому. У меня бы уже было или 9, или 10 жизней. Я в первом уровне потерял. В самом начале. А тот уровень, по-моему, четвертый, да, по-моему, без смертей пришел. Ты не достал. А теперь достал. Куда ехать не буду, там мечки все равно. Хотя можно было и там замочить. Вот там. Есть! Есть! Так, стоять. Тут надо как-то размикрить. Есть! Отлично. Да, ну понятное дело, если одну и ту же игру. Не, ну хотя я в нее играл недавно. Но чем чаще, тем... Прогресс на лицо. О, тут хоть нормальная личка. А, тут пушка, надо замочить ее. Намочки не помешают. Тихо! Пятим. А тут уже с грейдами 2 на 2 марики. Он даже попугай подсказывает. Идиот! А, идиот! Ну, и в прошлый раз было точно так же. Иди сюда, пацан. В прошлый раз было точно так же. Ну, он идет или нет? Че ты машешь своими руками, блин, голимыми? Подойди! Я не могу туда... Еще два шага сделай! Баклан. Че? Наконец-то! И в прошлый раз, когда проходил, точно так же было. Пульками пострелял, до конца не убил, проехал в угол и... Блин, все. Тут еще, конечно, ребятки есть. Чтоб пройти без смертей... Не знаю. Это надо было, чтобы мне было 16 лет. Или нет, 15. Тогда бы я прошел без смерти. Или... Отлично. Или поиграть в нее каждый день на протяжении, там, не знаю, недели. По два раза на день, так как я и делал в 15 лет, в принципе. Так. Опа, начинается. А без осколков-то я их не достану. Есть! Ух, и далеко у них эти бомбы летят. Представляешь? О-о-о! Вот так вот. Ой, нет, а здесь, конечно, лучше бы у меня были... Другое оружие, конечно. А, нет! Ну вот, другое оружие, да? Привет. Приехали.
Иди сюда! Ой, баран! Чё ж ты такой? Вот тут! Я же не... Ну ладно. Сам захотел. Отлично. Ну чё, ты там вышел уже? Нет, всё, ушёл. Ну я самолётики понабиваю. Вообще долго затягивать, наверное, нельзя, бо вертолет улетит нафиг. Так что будем сдавать. О! Мне оставили один осколок на ракету. Класс. Хорошо. Поехали. Не успел. Есть. Да что ж. Не получается, чтобы много жизни оставалось. Ну чё, шестой уровень. Оп! Забыл. Забыл. Я даже сегодня скачал программу, которая позволяет некоторые игры, у которых нету оконного режима, ну, функции оконный режим в настройках. Эта программа позволяет играть в эти игры как раз в оконном режиме. Потому что я обнаружил, что игра, которую я хотел на стриме пройти, Alien Shooter 2, она играется только в фуллскрине. Уровней 6 всего, это последний. Отлично. Alien Shooter играется только в фуллскрине, Tiberius War играется только в фуллскрине, поэтому я эти игры даже не мог добавить в захват. А стримить как-то с рабочего стола неохота. Захват экрана. Что попробую как-то в дальнейшем постримить и Alien Shooter, и Tiberius War. Прикольная проба. Правда, жалко, что там окно само не регулируется, оно само вот так вот открывает. И все. Но окно довольно нормальное такое, то есть все видно, играть можно. Что такое ВМ? Пока нету. А грейды уже 2 на 2. Что за мотки? Отлично, поймал я тут. А, сейчас вертолеты будут, ё-моё. Вот это лажа. Виртуальная машина? А что такое виртуальная машина? Ай, не-не-не-не-не! Я его помню, заразу. Есть! Fuck you!
Улетел! Говорит, ну вас нафиг. Воюйте сами, я улетел. Я название пруги, короче, ну как, не помню, оно там такое. Я могу потом скопировать девчатки. Вот это, блин, лажа. Виртуальная машина. Интересно. А, хорошо, а там можно регулировать размер окна игры? Не, может быть, я плохо искал, потому что я, допустим, нашел, ну так, с первого раза, что нашел, то и нашел, там, в ответах на Mail.ru, ну, то есть, Google мне выдал, я зашел, и все. Я забыл, честно, я забыл. Фу ты. Все насливал, три жизни осталось, все, короче. С танком драться будет очень. Ой, да что ж я? Не, нормально, так дошел до шестого уровня и на тебе. Все нафиг посливал. Вот это бред. Это какая-то магия шестого уровня. Не, ну почему? Это, знаете, блин, похоже на то, вот как девушка встречается с нормальным парнем, бросила его, второго нормального парня бросила. Потом вышла замуж, через полтора года смотришь, у нее ребенок на руках, и она одна. Вот так и тут. Один. Все уровни попроходил нормально, куча жизней. Тут дошел, все нахрен слил. И как дальше играть? Да ё-моё, открывайся. Эти ракеты. Да что ты будешь делать? Так, надо, короче, сосредоточиться. О! Не прилетело. Не захотело. Оп! 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 Есть! Походу, те, что он выпускает, они не долетают. Ну и хорошо. Оп. Сейчас должен вертолет быть, да? Зараза, я же, блин, догадываюсь. А, все, я там всех перебил. Понял. Понял. Не достал. Да, вот со сколочками тут, конечно, попроще. Нет, Торбрут, они их не то, что не ненавидят, они просто... Ну, природа у них такая, тупорылая. Оп! А потом, когда у нее спрашиваешь, а чё ж ты сейчас одна с ребенком, она такая, а ответить нечего. Так, сейчас будет сирена. У меня три жизни. Это просто век такой наступил. Привет! Как жизнь? Чё новенького?
Отлично. А, я убил его уже. Че я стреляю? А, блин, попади ж ты по этому танку. Ну попади ж ты. Еще один там танк мыкается. Тихаем нафиг оттуда. Застрял. Та зараза, как же ты по мне попадаешь? Это нечестно. Не-не-не-не-не! Там, ну, куда? Последняя жизнь! Совесть имей! Твою за ногу! Красный! Есть! Ха-ха! Вот это я его ушатал, блин! Все, без континуумов пройденный жакал. Теперь можно спать спокойно. Well done. Я ж помню, что этот танчик бьется, в принципе, не тяжело. Это он с виду такой грозный, зараза. Там объехал, он выстрелил, объехал, он выстрелил. Все. Я даже с тремя жизнями его завалил. Круто.